Ну вот начнем с такой новости. В Кремле назвали, цитирую, ерундой обвинение в адрес руководства России в хакерских атаках на американские серверы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что сайт Кремля ежедневно подвергается таким нападениям, и многие из них прослеживаются с территории США. Напомню, в пятницу Министерство внутренней безопасности и нацразведка США обвинили правительство России во взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций, якобы с целью повлиять на предстоящие выборы. Причем разведка США уверена, но, как обычно, забыла про доказательства. Напомню, в июле хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии. Пресса опубликовала электронную переписку, из которой стало понятно, демократы изначально поддерживали лишь одного кандидата, Хиллари Клинтон. Она, кстати, почти сразу обвинила в хакерской атаке спецслужбы России.